Самая вот ранняя картошка. Ботва уже упала. А это поздняя. Стоит хоть бы что. Вон даже чуть-чуть повалилась от ветра. Вот уже ранняя розара латона. Вся лежит. Будем копать, посмотрим. Мелочь, наверное, все. Это будет еще расти. Почти до подбородка выросла. Ну вот если сравнивать два сорта. Вот это вот латона. Сорт латона, ну он более-менее средний какой-то. Нынче, конечно, не показатель картофеля на Урале. А это розара. Розара мелковато, что тут говорить. Да и латона тоже. Не все кусты однозначно. В общем, ботва рано пала на этой ранней картошке, поэтому ничего хорошего, и держать ее больше в земле нет смысла. Это пусть стоит еще. Растет пару неделек. Вот еще один сорт. 1 сентября. Ботва-то, в принципе, могучая, а картошка-то не очень. Много мелкой, крупной нет. Давай это тоже сразу. Сентября. Несколько кустов поздней картошки оставили. Вот. Пробуем. Ну вот, пожалуй, та, которая вот, ее позднее-то и надо копать, наверное. Гораздо лучше, чем та, которая была выкопана ранее. Это вот та поздняя картошка, два куста которых оставались. Конечно, они стали крупнее. Картошка крупная. Это не вся тут уже. Половину съели. Хороший поздний сорт, копать нужно поздно. Мелкой не было практически вообще в этих двух кустиках. Такая красава. Да, надо позднее ее копать. Как ветер дунет, так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук везде. По теплице, по земле.